Қылмыстық кодексінің 28-ші бабының 4-ші бөліміне басшылық қалып, суд приговорил Куликбаева Руслана к смертной казни с конфискацией имущества. Меру пресечения оставить без изменения. Я думаю, что смертный приговор будет исполнен. Думаю, что таким людям нет других наказаний. Я отец Максата Салимбаева. Сегодня его день рождения. Ему исполнилось бы 25 лет. Мы все должны удостовериться, что смертный приговор будет исполнен. Пусть нам покажут. Это будет уроком для таких же людей, как он. 18 июля Аян Галиев остановил Куликбаева. Полицейские не ждали такой чрезвычайной ситуации. В такое мирное время сделать такое, стрелять, держать автомат в руках. У Аяна 9 выстрелов. Он выстрелил в Куликбаева 5 раз. Просим представить его к государственной награде за героизм.